пошире встали. Начинаем с левого прямого в голову. Отсюда спускаемся вниз правым прямым. И на подъеме бьем левый нижний в голову тоже. Все это в шагах. Получается, второй номер отходит, когда я бью. Понятно? Медленно. Раз, два. Правую ножку подставляю. И на подъеме бью левый нижний туда. Еще раз. Раз. Спустился. Видите, весь тело на задней ноге. Подбородок прижат. Пяточку вкрутил. Вниз спустился. Вот, видите, вниз. Весь тело налево. Потом делаю правый ногой под шаг. И левый ногой шаг с ударом. Бам. Выглядит это примерно вот так вот. Раз, два, три. После чего я делаю шаг назад. Выход из атаки. Получается у вас. Раз, два, три, шаг назад. И работаем. Раз, два, три, туда. Левый жесткий опять. Для чего? Первым ударом показали, он ручки поднял. Вторым ударом бьем в корпус, руки интуитивно опускает. И третьим ударом мы ставим точку. Бам, туда. И делаем шаг назад. Все понятно. Поехали. Время. По 2,5 минуты. Правый дальний боковой, как называют, кросс. Отсюда бьем сверху боковой. Видите? Сверху, задней рукой начинаем. Какая наша задача? Немножко разболтать его. Бьем задней рукой длинный, боковой, туда в голову, сверху. Вот. Отсюда нам отвечает левым боковым, мы делаем урок. Левый боковой. Раз, урок. И на подъеме, на скрестном шаге я побежал с серии из 3 ударов, 3 прямых. Правый, левый, правый. Выглядит это примерно вот так, 5 вышка. Раз, он не отвечает. Нырок. И пошел. Раз, два, три туда. Посмотрите на мои ноги. Я делаю правый боковой с левым шагом. Отсюда правый шаг. Нырок. И пошел на него вперед. Правый удар, левый шаг, левый удар, правый шаг, правый удар, левый шаг. Понятно? И после правого прямого опять нырком ухожу назад. Еще раз. Раз, два, и пошел. Раз, два, три. Оп, рок вышел в сторону. Понятно? Не понял. То есть, когда в конце мы что-то делаем, то... Да, я же сказал, ты делал правый прямой, и после этого с нырком уходишь назад. Нет. Поехали, время.